Всем привет! Сегодня приготовим сладкий плов. Для сладкого плова нам понадобится 2 стакана риса, 150 грамм масла и сухофрукты. У меня смесь сухофруктов разных и чернослив. 1 стакан сахара и щепотку соли. Я пока взяла 1 стакан сахара. В процессе готовки мы посмотрим. Если сахара не будет хватать, то добавим еще. Смотрите на свой вкус. Я промыла рис и оставляю рис примерно на минут 10-15, чтобы он чуть-чуть настоялся в воде. Тем временем берем нашу тарелку и выкладываем наши сухофрукты. Сюда добавляем горячую воду. Дальше берем наш чернослив. Я его уже промыла. И нарезаем кубиками. Берем наш рис, который мы промыли, который у нас настоялся. И добавляем сюда 3 стакана воды. Все, ставим на огонь. Ставим на медленный огонь и накрываем крышкой. Доводим до готовности. Пока у нас варится рис, мы растапливаем масло сливочное. Дальше процеживаем наши сухофрукты. Их нужно максимально просушить, положить на салфетку. Вот так вот мы добавили в это масло наши сухофрукты. И даем чуть-чуть провариться вот этим вот сухофруктом. Рис у нас готов. Теперь в наш рис мы должны добавить наш сахар, стакан. Пробуйте на вкус, если вам не хватает сахара, добавляйте еще. И добавляем наши сухофрукты. Перемешиваем все хорошо. Вот так накрыли крышкой и оставляем на минут, наверное, 6 где-то. 5-6. Смотрите, чтобы у вас не подгорело. Оставьте, главное, на медленном огне. Иногда помешивайте. Вот такую вот форму. И перекладываю туда наш сладкий плов. Вы можете взять любую форму, которая у вас есть. Или просто положить в тарелку, как хотите. Вот так вот у меня получилось, когда я перевернула. На столе будет смотреться очень красиво. Можно еще украсить, например, черносливом, курагой. Вот что у вас есть, тем украшайте. Вот так. Выглядит очень аппетитно. И поверьте, это очень вкусно.